Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Не шумим, не шумим. Знаете почему? Потому что сегодня я вам раскрою самые большие загадки и тайны человечества и Майнкрафта. Самые большие. А кто будет знать на них ответ, тот самый умный человек в этом мире. Мне кажется, тут никого нету, поэтому можно нормально разговаривать. Никто меня не послушает. В данный момент, только в данный. Но, возможно, за мной ведется слежка. Потому что сегодня и загадки, и тайны, и расследования, и многое, и многое, и многое, и многое, и многое другое вы увидите в этой серии. А знаете, что это будет за серия? Секрет, потому что тайная рубрика. Не скажу, что это за рубрика, сами сейчас все увидите. От вас требуется только лайкусик. Поддержите тайну, спасите человечество, нужно поставить лайк. А именно от тебя зависит судьба человечества, поставь лайк. Слежка, а мы будем начинать. Тихо, приступаем. Здорово! Это не смешно! Это не смешно, ни капельки не смешно. Это все как раз таки смешно. Вторая серия загадок. Евгений, ты готов напрячь свои мозги? Я буду готов напрячь свои мозги только в том случае, если меня пожалеют, поставят лайки. Ну, лайки, мне кажется, все поставят. Потому что подопытный! Подопытному нужны лайки. Если не поставят, то я обижусь. Короче, ребята, мы будем продолжать наши загадки в Майнкрафте. Если вы будете угадывать загадку раньше, чем наш подопытный Евген, без обид, то пишите... Только я вылезу из этой клетки, вот только дай мне вылезти. Если будете быстрее угадывать, чем он, значит, пишите в комментарии, что это такое. А мы приступим, подопытный Евген, выходите. Не бейте все меня. Все напишут, что я тупой. А. В общем, первая комната, ты можешь приступать и угадывать, что же я загадал тут, что же я хотел этим сказать. Ага. Ну смотри, я вижу такой, я не знаю, летний биом. Здесь такие холмики, в них есть домики, но мне кажется, что это хоббит. Ты должен мне слово назвать, чтобы я засчитал. Что это такое? А это Шир! Это Шир, мать твою! Да! Я гений! Джинс! С первой задачей ты справишься, но давай ты помедленнее, мне нужно 10 минут хотя бы ролика, понимаешь? Будет 10 минут, тогда можешь заканчивать. Не спеши! Давай, подопытный. Я буду долго рассуждать. Так, ага. Вторая сценка! Ты должен угадать, что же я хотел этим сказать? Ну ты мне такие подсказки даешь. Ну я не знаю, возможно я не прав. А почему два, грубо, вот я вот этого понять не могу. Ты должен включить свою фантазию, понимаешь, у тебя мозг работает на 10%. В моих сериях нужно, чтобы он работал процент хотя бы на 40%. Ты что меня так обижаешь, что у тебя мозг работает 10%? Это я не понял. Это научно доказано, мозг человека работает только на 10%. Ладно, я думал, ты конкретно мне говоришь, что у меня работает 10%. Не только у тебя, у всех. Так, подожди, ну короче, смотри, есть вот летучая мышь и два гроба, мне кажется, что это чем-то похоже на какого-то графа Дракулу или что-то типа того. Включай фантазию, почему тут два гроба? Два гроба, блин, это сложно на самом деле. Один открытый, другой закрытый, это имеет значение? Не-не-не-не. Два гроба. Может, Ромео и Джульетта, типа, не знаешь, они погибли вместе, друг друга убили, там, ради любви. Это, первая теория была правильная, но почему два гроба? И что это? Что это за место вообще? Что? Откуда я знаю? Включай фантазию. Два гроба. Это кладбище, наверное. Раз тут два гроба. Один белый, другой черный. Это не важно. Ну типа граф Дракула, типа я в этом направлении, правильно? Да. Типа там Ван Хельсинг, вот эта вся такая тема, да? Нет. Все намного банальнее. Почему два гроба и что это за место? Два гроба и что это за место? Что-то я не понимаю. Я не знаю, Эдисон! Да все изи, понимаешь, это просто спальная комната графа Дракула, это его жена, мать твою, все! Ну как угадал?
Ну ты не сказал, что это спальная комната, ты сказал кладбище. Ну, в принципе, логично, они спят на кладбище, хорошо. Засчитаем на половинку, но следующие сценки ты должен включить мозг уже не на 40%, а на 41%, понимаешь? Хорошо, я постараюсь, Давай. Третья сценка, что я хотел этим показать? Так, ну, похоже на какой-то метеорит, типа, который упал, вот. Это Челябинск. Нет. Это губзавр, да, или нет? Какой нахрен губзавр? Чего тут губзавр? Он в Челябинске живет. Вроде бы, я не знаю. Короче, так, подожди, я не знаю. Ты наверх посмотри! А чё, ещё наверху? Ё-моё. Это этот, как он, фильм такой есть, блин, забыл, как называется. Кто? Сейчас, подожди. Не знаю, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Короче, притяжение нахрен, нет? Война миров. Нет. Ну подожди, а это какая-то вселенная, да, типа? Да, это вселенная. Что это за персонаж и что с ним произошло? Его сожгло, приплющило, выжгло. Раздевай дальше сюжет. Что произошло? Что это наверху такое? Ну, это наверху похоже на какую-то, типа, луну какую-то. Ну? Это луна, хорошо. Да. То есть луна своим светом выжгла ему все тело. Нет. Если луна сверху, а он снизу, то что? Луна упала на землю. Ты что, дурак? Подопытный! Мост на 41%, а не на 1%. Как луна может пасть на землю, если луна сверху, а он снизу? Так может, он упал с луны? А-а-а! Луна упала на землю! Ты с ума сошел? Он упал с луны, то есть это лунтик. Но, ты смотри. Но он умер. Он неудачно упал с луны, понимаешь? Он не упал и такой, я родился, а он упал и такой, я умер нахрен, понимаешь, потому что неудачно приземлился, копчик себе поломал, вот, надо удачно приземляться, хорошо. Знаешь, на самом деле, еще, у меня было такое предположение изначально, что это типа неудачный взлет ракеты, вот. Все намного сложнее. Тут нужно включить уже на 69% мозг, потому что ой-ой-ой-ой-ой. Так, хорошо. Тут только Genius догадается, только Genius. Что это такое? Писюн, барабаны и туса какая-то. Писюн, барабаны и туса. Так, писюн, барабаны и туса. Это какая-то гей-вечеринка. Ну, в принципе, да, можно и так назвать, но нет. Так, не понял. Короче. Цепляйся за факт, цепляйся. Ну, хорошо, барабаны, писюн, мелкие чуваки. Писюн, барабаны, мелкие чуваки. Какие у тебя ассоциации сразу? Писюн, барабаны не считает, просто, ну, чтобы было понятно, что это такое. Писюн и мелкие чуваки. Что это вообще, где ты сейчас находишься? На какой-то тусе детской в школе. Ты с ума сошел? Если тут барабаны изначально, это уже концерт. Я тебе сразу подсказку даю. My dick is big. Цепляйся за факты, Что это такое? Подожди, не дави на меня! Подопытный, не орите на меня! Не орите, подопытный, что это такое? Что это за... Что это вот тут? Шмотки, да? Это шмотки, да, шмотки. Что за шмотки? Футболки какие. Туса! Не знаю. Туса, да. Ты говоришь Little Big, но тут только одни дети. На Little Big не только дети ходят. Ага. Туса, детей, писюн на сцене, концерт и какие-то шмотки на сцене. Это фейс! Это фейс, мать твою! Куча гэнь, куча скват! Ну, вот это нахрен у вас, придурки! Слушай, это прям реально... До этого сложно догадаться, на самом деле. Фан-база детей, писюн. Ну, сразу понятно, когда писюн, сразу понятно, или ты, или фейс, да? Вот. И шмотки Гуччи на сцене. Все изи! Почему или я, или фейс? Я думал, у меня изначально ассоциация была с Литл Бигом. Нет. Мозг нужно включить на 99%! Только 99% смогут догадаться, что это такое, понимаешь? Евгений, подопытный. Я понял. Это у нас миссия невыполнима такой. Тун-т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 ун. Нет.
Хорошо, тут какое-то произошло убийство. Убийство, да. Стоит чувак с автоматом. Это, видимо, какой-то агент. Агент. Так, чувак в галстуке. Типа детектив, да? Это Шерлок Холмс? Это Шерлок Холмс, да. Все верно. А это кто? А это убийца какой-то. Просто Шерлок Холмс расследует. Кто же его убил? Изи, понимаешь? Изи! Ну вот самое сложное, это было вот реально с фейсом. С фейсом, да. Реально было сложно. Ну, в этой серии подопытный, ну такое, ну не такое догадливое, как в предыдущей серии. А, кстати, подожди, ну, подожди. Кто не видел предыдущую серию, то вот тут у вас, вот сейчас, вот тут у вас показывает вот там сверху, да, подсказочка. Нажимайте, смотрите первую серию, кто не видел. А мы с подопытным пойдем обратно, иди сюда, подопытный. Обратно, я все прошел, отпустите меня. Ты что, думаешь, что это все, это уже путает последняя серия? Не, а хотя хрен его знает, что посмотрим, давай. Заходи. Ну хорошо. Я не знаю, последняя ли это серия или нет, я вообще не знаю. А если вот сейчас все поставят лайк, то это не последняя серия. А все, думаешь, все поставят лайк или нет? Мне кажется, что все должны поставить лайк. Потому что, ну блин, ну как бы прикольно, мне нравится. Да, поэтому ставьте лайк обязательно. Также можете посмотреть бабульку, женюльку Евгения, да, там что. Там у тебя тоже детективы всякий сюжет, да, там есть. Ой, это прям вообще. Поэтому обязательно смотрите. И ставьте лайкушки обязательно. Набираем много лайков, выходит следующая серия с загадками. И также можете писать свои идеи в комментариях с какими-то загадками. Ты главное мои комментарии, Жека, не читай, только я буду читать. А я буду Жеке строить вот эти все сценки. Договорились? В общем, спасибо всем за просмотр. Всем удачи и всем пока. Покедова.